Здравствуйте, меня зовут Мудрахим Фатабек, я работаю персональным гидом. И сегодня я нахожусь в городе Хиве, одном из центрных городов Хорезмской области. Здесь уникальное произведение искусства, прекрасное здание, о котором можно говорить часами. Почему я выбрал профессию гид? Так как профессия гид помогает мне изучить историю моей страны, изучить каждый его элемент, исторические события. И мне интересно делиться информацией с нашими гостями, гостями нашего города, гостями нашей страны. Приглашаю вас в Узбекистан, посетите Узбекистан и не забудьте приехать в Хиву.